волшебный салат с куриной грудкой, грибами и сухариками. Попробуйте, приготовьте. Это обалденно вкусно. Порежу шампиньоны дольками. Отправляю грибы обжариваться на сухой сковороде без масла. Куриную грудку отварил в соленой воде с перчиком и лаврушкой. Порежу ее на кусочки. Вареные яйца порежу также на кусочки, как и курицу. Томаты черри порежу на 4 части. Поджаренные грибочки, зеленый лук. Выдавлю 2 зубчика чеснока. Щепотка соли, немножко перца молотого. Заправляю майонезом. Еще я добавлю себе тот ингредиент, который обычно ем только я. Это чили перец. Мало кто ест чили перец в салате, да или вообще просто так. И финальная стадия, это уже для всех, это вот такие вот сухарики. Сухарики можете выбирать на свой вкус, какой захотите. Я взял багеты со вкусом томата и зелени. Ну и все. Время трапезы настало. Офигенная штука. Это превосходно. Крутой, превосходный, отличный, прекрасный салат с куриной грудкой, с грибочками, с сухариками. Это просто волшебство какое-то. Ну, а всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока. Thank you.